Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Антон Чейз, и буквально недавно один из самых титулованных клубов в Англии, если не самый титулованный, я не знаю точное количество трофеев Манчестер Юнайтед, потому что в Англии этих турниров, там, Кубок Англии, Кубок Лиги, Кубок пивного бара, у них их очень много, потому что Англия это самая футбольная страна, у них там 28 дивизионов. Ну, суть в чем, что МЮ проиграл команде, по-моему, третьего дивизиона МК Донс, и проиграл очень серьезно 0-4, и я думаю, что все со мной согласятся, что это был полнейший провал, и если вдруг фаны МЮ обидится на мои слова и скажет, что Антон это вовсе не провал, и скажет, мол, а ведь твой мадридский Реал проигрывал Алькалькорну, там тоже 4-0, я, да, это было, я признаю, тоже был, конечно, полный пиздец, так что, можно сказать, I know that feel, bro, вот. И сегодня я решил сделать такую, знаете ли, месть за футбольный клуб Манчестер, то есть я буду в роли такого некоего Зорро, только вместо плаща у меня будут репетузы, пожалуй. Вот. Если честно говоря, сам матч я не смотрел, я смотрел только обзор, потому что мне мама запрещает такое смотреть ночью. Вот. И судя по обзору, МЮ играл просто отвратно в обороне. То есть это даже не оборона была, а просто набор ботов каких-то. Ладно, заходим в меню быстрого матча. Вот мы здесь выбираем команду из Манчестера. Так, страны, очень много стран, в отличие от, например, PES, которая уже испокон веков, 5 чемпионатов у них есть, отлично просто. Так, ладно, ищем, United, вот United, и наш соперник, это будет посложнее найти МК Донс, потому что я не уверен, что они в третьем чемпе играют, но вроде бы в нем. Так, вот первый, второй, и, видимо, они должны быть тут Брэдфорд и Брентфорд. Какое разнообразие. Дальше что будет? Бетфорд или Петфорд? Бристоль. Отлично. Карл Лайс. Юнайтед. Колчестер, Ковентри, Кроули. Крю Александр. Какое название такое прикольное. Я за эту команду болел бы точно, если бы жил бы в Англии. Гиллингхэм, Лейтон. Вот они. Обидчики бедного Юнайтеда. Хотя, знаете ли, судя по тратам МЮ в этим летом, они далеко не бедные. Хотя, конечно, все понимают, что эти деньги берутся в долг. То есть, это не чистая прибыль. То есть, это всякие суды в банках, либо владельцы, эти глейзеры, там кто их сейчас имеет, я, честно говоря, не знаю. И вот Ван Перси против какого-то, ну, такого типичного хулигана английского под номером 10. У них даже спонсор приличный, какой-то Кейс. Жаль, что не Chase Security, безопасность кейса. Так, ну, само собой, я поставлю максимальную сложность, потому что только на максимальной сложности можно дух, атмосферу Кубка Англии почувствовать, потому что мне кажется, что и матч реально играли на максимуме. То есть МК Дон сыграл на любителя, а вот МЮ играл на профи, поэтому проиграл так сложность. Но легендарный, даже не знаю... А чем, черт, конечно, я думаю, что вы знаете, что я далеко не мастер фифы, но вдруг я затащу. Так, нифига себе, тут настройки времени какие классные, то есть, а можно ночью там, нет, позже 10 футбол фифа не играют, жаль. А, так, погода, ясно. Ладно, все, в принципе, мы все это настроили. Камера, тоже не особо-то интересно, офсайды. Ну что ж, я думаю, что мы вправе. Так, все, звука нет. Мы начинаем матч. Сложность легендарная. У меня тут я сделал пару трансферов, которые, ну, реальных трансферов. И я сейчас суну в состав вместо, например, Валенсии. Хотя нет. Вместо, наверное, Уэлбока. Да, Уэлбока. Уэлбока я заменяю на Ди Марию. Уж больно он хорош. Господи, что это за набор днищ? Амос, Биби, Варелл какой-то, Паул. Ну, за вообще щегол, я бы его даже за пивом бы не отправил бы с такими скиллами. Не доверяю ему так. И надо Фалькао сам особо тоже кого-нибудь всунуть. Вместо кого мы всунем Фалькао? Ну, как-то вместо Руни или Ван Перси это глупо было бы. Блин, хотя выбора-то особого нет.
Ну, давайте вместо Ван Перси у него все-таки на одну скилочку побольше. Руни под нападающим. Так, Клеверли. Я знаю, что многие фаны МЮ не недолюбливают. Я сегодня читал на Sports.ru слух о том, что Клеверли может перейти вне трансферного окна в Астон Виллу. И там был такой коммент по типу, что фаны МЮ будут этому трансферу даже больше рады, чем трансферу Фалькао. Так, блин, ну что делать-то с этим? Так, у нас кто в центре играет, блин? Кагава, нет, он атакующий. Нани, Эрнандес. Даже не знаю, ну давайте что ли. Того же Ван Перси сунем. Фиг с ним, пусть играет не на своей позиции, конечно, но я думаю, что даже там он будет растаскивать. Все-таки наш соперник МК Донс. Надо это осознавать. МК Донс это несерьезно, ребят. Левый опорник, нет, не пойдет. Куда же тебя, сука, сунуть? Так, как бы мне такую схему игры такую придумать половчей. Наверное, даже такую, да. Хотя нет. Где моя любимая 4-1-3-2? Вот она моя родная, моя любимейшая схемка 4-1-3-2. Я по ней играю всю жизнь, я даже по ней баб в детском саду цеплял. Отлично, так. Теперь все как надо, да? Да. Ну что ж, дорогие друзья, я думаю, что можно матч начинать. Мы выходим на поле. Я жму и сгорелся один фонарь, точнее, множество фонарей, объединенные в одном, как такая фонарная многоножка получилась. И вот Фалькао номер 9. Удар! Перебил, к сожалению. Попытка номер 2. Разбег, удар, вот это хорошо было, прям в девятину залетает мячик. Вот, например, в том же Песо со штрафного хрен забьешь. Ну, может быть, я, конечно, такой криворукий, но тут, в принципе, у меня получается по девяткам лупить как следует. И мы начинаем матч с легендарной командой МК Донс. Конечно, у многих был в голове такой каламбур Макдональдс, но люди, давайте не Петросянить. Что же, команда выходит на поле. И враг, к сожалению, он уже сейчас не в МЮ, он в Ювентус играет. И многие фаны МЮ по этому поводу переживают, мол, хороший игрок был. Да, был хороший игрок, но все-таки всему подходит конец, и рано или поздно все из клуба МЮ уйдут. Так, какой-то рыжий пес играет у МК Донс на воротах. Двойник только что был Джонни Эванса, тоже вот так, Балдок, Негрильня. Так, и у меня тоже своя негрильня есть, это Антоша. Антошенька, давай попкой потряси. Так, что-то он тыкает так борзо своим пальцем туда, мол, ты педик, ты еще педея. Так, видишь, тоже такой некоторый олдскул получается. Уже не Янга, не, нет, Янг есть, Кагавы нет, Видича нет, Ивра нет. Ладно, это все ни к чему, но мы начинаем матч Манчестер против МК Донс. И первый пас за нами. Пас на фланг Ди Мария. Ну давай, оправдывай свои денежки. Там за него отдали просто какую-то баснословную сумму. Сумасшедшие там деньги были. По-моему, там ну, около, наверное, 80 миллионов долларов. То есть, опа, отбор. Опасно. Сразу же МК Донс берет быка за рога. Но нет. Мои, нифига себе, не играют в офсайд, офсайд. Что, как говорил Барат, не получишь, не получишь. И, ну давай. Ну, кстати, Антонио, ой, Рио тоже нет сейчас в клубе. То есть, пол команды уже не тут. То есть, я такой получился, знаете ли, Луи Ван Мойс. То есть, пол состава Мойсовского. Хотя, какой он там Мойсовский, он очень даже фергюсоновский. Так, Эвра. Опасно, Ди Марио. Опасно на весь, сука, вовремя-то на весь лупал, умер. И мяч попадает в сетку, но не там, где надо было. Глессон. Поттер. У них Поттер играет, видимо, с ним и связано это вот чудесное преображение МК Донс. А вдруг МК Донс там новый, я не знаю кто. Тосно. Ведь Тосно тоже доходил, по-моему, до одной. Четвертой кубка он же доходил. Да.
и там от Краснодара отлетел. Но все-таки они обыграли Спартака, это дорогого стоит. Кай! Кай от Симабор. Опять передачки Кампа на Вильямса. Бантон, и мы его легко обезмячиваем. Так, сегодня мы узнаем, кто же лучше, я или Ван Гал. То есть, если я пропущу три, то есть, вы понимаете, что лучше я. И я должен получить голландское гражданство, переехать в Амстердам и там жить на улице Красных Фонарей. Отличный пас, конечно. Такой в стиле вот того матча как раз-таки. Да, пометуя о том обзоре. Пока что у нас МК Донс знатно прессингует. Пас на Поттера. Поттер. Ну-ка, молодец. Димарийка, зацепись. Хорошо было бы, если бы ты зацепился, но ты вместо этого всего лишь потерял мяч. Валенсия, опять. Просто какой-то лес ног, таких мохнатых, мужицких, британских ног. Игроков МК Донс. Балдок. Балдок. Опять эта игра. Вот это момент. Отличный момент использовал и пробил по воротам. Какой я молодец. Тому Руня же, мне кажется, глаза от злости покраснели, мол, Антон, ты ебач. Зачем бил? Ну ладно, вдруг их рыжий киперочек пропустил бы, и было бы, конечно, здорово и весело и смешно, но нет. Мы помним подвиг Руни, ну, как подвиг, когда он забил центра поля на глазах у Бекхэма. У меня это не получилось, но сделать на глазах у тараканов в моей квартире. Хотя их тут нет, это была шуточка. Хотсон с мячом. Давай, на фланг пасует. Ну что вы как писюны играете, блядь? Мячик держите, 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 держите. Я уже заебался жать клавишу отбора. Это, конечно, такая фригидность в FIFA, блядь, бесящая просто, что мячик, блядь, держится у комп. Так. И хуи, блядь! Сука! Смердящий защитник МК Донс мерзкого говноклуба. Так, Уильямс с мячом. Ну и что ты делаешь? Что ты пытался этим доказать, что ты хуесос? Там, по-моему, был фалешник, конечно, но судья там, видимо, закурил сигарку и ему похер на все. Косомудень. Вот хорош, Валенсия, хорош. И пас, нормально. На фланг отходим. Нет, нихуя. Эти просто как столбы становятся. МК-донщики. Я в них упираюсь, как и упирается Саша Грей в мошонку лбом. Ну, это при других событиях бывает. Но суть та же самая. Лоб в лоб. Буквально сказать так можно. Так. Ну-ка, ничего. Глессон с мячом. Пас на фланг. Блять, комп просто заебал меня, если честно, тут. Его по-по-по-повидушке, бантон. Пошел ты нахуй, сука! Получай по ногам, пидорасник! Ах ты говна кусок, въеби моего! Вот, хорошо! Атака! Атака команды МЮ! Хорошо! Фабио! Нет, это не Фабио, конечно же, это Ван Перси. Очень даже просто фланг его. Ой, хорошо, давайте. Пока что мы с мячом, и это главное. Да пошел ты в очко, судишка, ты заеб. Не там, где надо смотреть и усматривать эти офсайды и все прочее. Хватсон на Отсимобора. Момент. Ну давай, Фалькаич. Да, блядь. Суканский. Накрыл меня гомосек старый. Я уверен, что ты старый, потому что в этих пердях английских играют одни старички. А, сука, упустил. Но это все-таки возраст. Я понимаю, что маразм у всех по-разному проявляется. Нихуя он втопил за мячом. Чувак реально хочет играть. Но тот, видимо, не захотел, он просто ушел в сторону. Так, а, открылся, сука, наебал. Рунька. Рунька в центр, придача. Удар Валенсии, конечно, пиздецкий удар. Я аж немножко оторопел от такого удара. Откровенно говоря. Ходсон, Фалькао. Ну ёбни ты ему по ногам, что ты с ним? Вот. Нихуя себе он там ходил по этим-то.
по баннерам с Фифой. Топтал Фифу, можно сказать. Пас в центр, Фердинанд. Ван Пьерси, нормально. Рафаэл. Да, я попутал двух братков. Фабио, Рафаэлович, Фабио. На самом деле сейчас в Queen's Park Rangers. Ой, как прошел-то, а. Судья, блядь, неправильная ориентация. Пас. Хуй тебе в глаз. Конец первого тайма уже почти. Бамфорд. С такой фамилией тебе надо играть за Брэдфорд или за тот, который другой клуб был. Как там? Бэмфорд. Бетфорд. Ай, опять эти пасы компакт. Так ощущение, что я играю с Барселоной, это тики-така, это их только такая тики-така, знаете ли, тики-така в исполнении импотента, потому что вообще ничего не получается в атаке, то есть они просто пасуются, потом в определенной точке мяч теряют. Ну, отборик, отборич, соверши отборич и ничего. Офсайд опять, так ощущение, что они специально забегают в офсайд, чтобы просто поворотом не бить, потому что... Тогда они просто промажут, эти инвалиды. Люди-инвалиды, люди-инвалиды в команде МК Донс. Пас на ход, но, блядь, пас мерзкий. Ой, как рожа Бори Моресеева. Ой, сука, ну иди от мяча. Блядь. Просто какие-то побегушки с мячом у нас устраиваются весь матч. От Симобора. Глессон. Так, Скорпион выходит из игры, как это интересно. Ай, сука, еще почти я успел за ним. Паз. Нет, ничего. Что ж, перерыв. В первом тайме было очень много событий. Целых, наверное, одно или ноль хотя бы. Что такое, Фалька уходит с поля. Так. И что же мы видим? Отличный удар Валенсии. Промах! Промах сообщает нам виртуальный, как это, блядь, комментатор, или один удар за весь матч, охуенное начало матча, то есть зрелищнейшая игра, потрясающе. Ну что же, мы начинаем второй тайм, пока что месть удается, то есть мы не проебываем 4-0, это хорошо. Скорпион не в сети, да блядь, какая полезная информация, вы еще мне, не знаю, там, скиньте мне рецепт борща, там, не знаю... Какая мне в жопу разница, где Скорпион? В сети, не в сети, в баре, с тёлкой. Хотя вряд ли он с тёлкой, конечно, я так думаю. Но потеряйте вы мяч, вы заебали, если честно, сука. Это невозможно, этот фифейский, этот ебатень, когда этот блядаком мяч просто контролирует. Причём мне кто-то писал в комментах, типа, чем выше сложность, тем меньше ком с мячом эти вот хуйни вытворяют, то есть... Танцульки вот эти вот непонятные. Но это же не... пиздёж оказался. Ком продолжает эту вот ебатню творить. Суканыч. Опа, срезочка. Это момент наш. Куда пас давал уёба? Валенсия, сука, мусор хуев. Это не в плане его работы, а в плане его уровня игры. Эвра. Патрис, Эвра. Патрис. Потряси меня. Заебись. Жму пас, он стоит, блядь, еблом щелкает. Итак, один чувак, видимо, от Челси просто ушел с поля утянет. На замену приходит другой чувак. Они так классно поменялись. Спиной повернулся пас. Забегает. Ван Перси. Удар. Гол. Ха-ха! Вы поняли, да? Вот и все, чуваки. Один удар, один гол. И Манчестер повел. Я, чуваки, побеждаю на легендарной сложности. Это, наверное, мой где-то, наверное, пятый, либо шестой матч в FIFA. И вот такие моменты я просто щелкаю их. Я как Артуро Гатти, блядь, в боксе. То есть ебашу, почему у моих фанов в шарфике, блядь, то есть мигают, как ебаная цветомузыка. И это что, шарфики Гриффиндорфа такие волшебные? Я в шоке. Но ничего, мы повели, и сразу же Фалькао, как настоящий тигр, врывается, ну, в смысле, вырывает мяч у игрока МК Донса. Опа! Что творю? Навес!
не прошел, а аут в мою пользу, судья, пожалуйста, один организуйте. Вот, наконец-то мои парни оживились. Теперь хоть в футбол поиграем, а не вот эту пижню на вес в никуда, к сожалению, там. Играчила, играчила, мне хуило подрочила. Хорошо, Фердинанд. Опытный, опытный человек сразу дает. Видно, что пас у него есть, хороший пас. Жаль, не стал плеймейкером по жизни. Ладно. Ну-ка, сука, так. Карютнерс, Вильямс. Вильямс дальше на Глиссона. Подкатись под него. Ну, у нас такие подкаты мягенькие такие. Кошачьи подкаты. Просто отборы скорее даже, сказал бы. А не подкаты. Опа! Ага, вот как подкатываться. Попутка. А, педрила косоглазая, Бэмфорд, уйди с поля, с глаз моих, чтобы меня вообще тебя не видел. С такими ударами. Хотя, конечно, там защитничек привез знатно. Потому что даже не попытался мяч перехватить. Рафаэл. Не упусти только мячик, и уже будешь молодцом. Руня. Рунечка. Пас на Валенсию. У него скорость должна быть просто неебическая, насколько я знаю. Эвра. Блять, Руня! Нет, не удалось. В этот раз не задалось наша суператака на Руне. Ай, так. Ну-ка, блять. Передачер. Керрик. Или Карик, наверное, Карик. Майкл Карик. Отлично, отлично. Просто это получилось. Ладно. Так, сейчас. Только у меня будет мяч, я сейчас сделаю финтюк. Я учился, смотрите, чуваки, вот. Вот я с мячом. Опа. Сейчас. Как я это делал? Опа. Опа. Молодец, Эвра. Это было здорово. Надеюсь, ты это осознал. Что? Куда ты, блядь, скидывал, Валенсия? И вот атака команды. То есть мы своими полоумными финтами просто удивили команду МК Донс, и они подумали, что против них играют сумасшедшие люди и проглазили контратаку, но мы ее сами запороли, к сожалению. Ходсон. Пас на Бальдока. Гарик Бальдок. Ебланов. Эвра. Эвра. Пас на Рафаэля. Рафаэль. Пас не на Рафаэля. Но это, по-моему, чисто рикошет и... Или это что? Ёбаный Ван Перси. Это ты так навешиваешь? Охуеть можно. А, Глессон. Ну давай. Ну проеби ты этот ссаный мячик. Ну что же вы. Вот момент, но почему там втрое стояло в одной точке моих чуваков, и они просто проеблись. Как говорится, проебловали момент, и в итоге отсос. Самый что ни на есть настоящий. Пас. Батон. Фалькао. Фалькао, захвати мяч в плен. Будь мужичком. Ди Мария. Опять эта потрясающая игра команды МК Донс. Контроль блядского мяча. Уже тошнит меня от него. И мы пришли. Отъебали как не слабо. Бэмфорд, ну что ты, предо мной красуешься, я тебя не собираюсь брать в команду, ты хуесос. Так, замена. Они выпустили на поле Маклеода, это, по-моему, очень-очень игрок. Хотя, что я говорю, я его даже не знаю. И вот, Фалька, убегаешь! Давай, родной, ну же. Хуя там скоростя у этих защитничков-то? Бей! Удар! Ну, в Пузянский попадаем, прямо в Пузянский киперу МК Донс, но... Но... Пузо это далеко не гол, это всего лишь вместилище пива максимум. Видич с мячом. Ди Мария с мячом. Ну, в общем, МЮ с мячом, уверенно, теперь мы будем выебываться. Нет, нихуя с ним это не получается, потому что я вам не легендарный комп.
Ну давай, давай, давай. Опа, перехват. Сейчас я сосредоточусь и сделаю какое-нибудь интересное. По типу паса на фланг. Как-то неожиданно было. Какая тонкая игра команды. Особенно такой вот навес в ебань ушел. Леон Кинг Бест в сети. Отличная новость. Побольше таких новостей. Вот я рад был, чтобы у меня ВКонтакте, чтобы новость была, что кто-то в ВКонтакт зашел, кто-то вышел из ВКонтакта. То есть там Вася Залупин там в ВКонтакт зашел. Семен Бодровкин из ВКонтакта вышел. Да, такие вот у меня друзья. Это было бы реально интересно. Бальдок. Опять. Я могу, мне кажется, бросить джойстики, и они будут также пасоваться в центре поля и ничего не делать. Ёбаный комп, ёбаная легендарность. Легендарные пасы, ставь лайк легенде. Балдок. Блять, я сейчас реально, я сейчас просто, я сейчас вообще, все, я ничего не делаю. Что будет делать комп? С мячом он с мячом. Пасы в центре. Пасы в центре, ну, смещается он более... А, пас назад! Уже пошли допы давно. Ну и что ты? Пас назад, здорово. Я сейчас засну нахуй такой игры, ладно. Ну и в итоге, блядь, удар в стиле «я ебучий жиропас и ничего не умею». И в итоге победа, чуваки! Я затащил на легендарном уровне сложности. Хоть команда, конечно, МК Донс, но МК Донс обыгрывала МЮ. А я обыграл МК Донс, так что я лучше, чем Вангал. До свидания, чуваки. Ставьте лайк под видео, вступайте в группу в описании. Даниэль Альвес.